Каким будет парк Зернова, до сих пор неизвестно, но то, что он изменится в ближайшее время, уже не оспаривается. В прошлом году проект благоустройства парка выиграл грант в 100 миллионов рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо было до конца января представить проект на сметную документацию на строительные работы. Этого не произошло, и депутаты выразили озабоченность, не потеряет ли город грантовые деньги. У нас есть опасность, что нам не дадут грант 100 миллионов? Как, он уже у нас. То есть нет такого? Нет. Как? Деньги уже пришли, уведомления? Да, уведомление пришло, деньги у нас уже. Владимир Еменцев отметил, что за срыв сроков проектная организация попадет под штрафные санкции. Но на работах в парке это никак не скажется. По заверениям администрации, строители должны выйти на объект уже в конце мая. Финансирование будет доведено в ближайшее время, будет размещено, значит, корректировка по внесению изменений в план-график. И, соответственно, мы планируем, что на следующей неделе мы должны разместить уже закупку на сайте. Какие конкретно работы будут проведены в парке и как изменится излюбленное место отдыха горожан, пока неизвестно. Прошедший экспертизу проект благоустройства обещают выложить на сайте администрации в ближайшее время. Напомним, представленные на обсуждение горожан концепции нового парка вызвали массу замечаний. Проектировщик обещал учесть эти замечания. Лидия Шилаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.